в общем, захватывает дух, потому что мы с командой старались победить. Был общий настрой, сложная работа. И в итоге мы проиграли, но я надеюсь, что мы еще выиграем. Нет, вообще для меня и для моих друзей это в первый раз. И хотим поблагодарить тех, кто нас пригласил сюда. И я надеюсь, что этот турнир отдаст нам ощущение, то, что нам мы можем, мы знаем. Если мы из детских домов, это не значит, что у нас нет шансов что-то сделать. Но этот турнир дает нам возможность показать себя. Еще к нам приезжает футбольный клуб «Кайрат». Мы с ними играем, они нам упражнения показывают, там много чего с ними делаем. Они, в общем, наши лучшие друзья. И мы благодарим их, еще раз говорю, за то, что они пригласили нас на этот турнир.